Композиторы, поэты и исполнители из Одинцовского округа могут принять участие в международном фестивале-конкурсе национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона. Конкурс проводится в два этапа по трем номинациям: солисты, авторы-исполнители, вокальные ансамбли. Возраст участников от 18 до 35 лет. Финальные отборочные мероприятия и гала-концерт состоятся в июле в городе Керчь.